Всем привет! Сегодня приготовим с вами очень вкусную горячую закуску, от которой ваша семья будет просто без ума. Так, начинаем готовить наше тесто. Здесь у нас мука. Добавляем сливочное масло. Вот такая вот песочная масса у нас получилась. Далее добавляем яйца. Все, сметану добавляем. Добавляем разрыхлитель и соль. И все смешиваем. Наше тесто готово. Накрываем его и оставляем минут на 20. Приступаем к начинке. Нарезаем кубиками мясо. Далее нарезаем лук. Также мелкими кубиками. Далее картофель, прям очень мелкими кубиками. Далее у нас идет помидор. Соль, перец у нас идет по вкусу. И немного растительного масла. Все смешиваем. Тесто мы делим на ровные кружочки. Примерно вот такие вот. Вот. Покажу, по сколько грамм каждой кружочки у нас. Так, здесь у нас 39. 37. Ну, ничего, есть такая разница небольшая. Ну, примерно уже вот я вам сказала. Все. Раскатываем. Так, и вот таким вот образом мы собираем. Как беляши. Так, теперь немного добавляем майонез. И сыр сверху. Такие вот кусочки маленькие, чтобы дырочку закрывал. И смазываем яйцом. Отправляем в заранее разогретую до 180 градусов в духовку до полной готовности. Красота у нас получается. С одной порции достаточное количество. Вторая партия еще в духовке. Вот такие вот сочные они. Очень-очень красивые и вкусные. Обязательно приготовьте, это очень вкусно. Спасибо за просмотр, не забывайте подписаться и ставить лайки. Пока-пока!